Куда вы приехали? Я приехал из Казахстана. Как давно живете в США? 11 лет, гражданин Америки. Какие плюсы и минусы ты видишь в этой стране? Плюсы, свобода. Если ты, у тебя есть цель, ты можешь достичь здесь всего. Многие говорят про свободу. В чем она для тебя заключается? То, что я могу себя управлять тем, кто я есть здесь, быть кем, кто я есть. А возможности? Тоже многие говорят про... Возможности, если ты целеустремленный человек, ты можешь достичь всего здесь можно достичь в Америке. Если ты не ленивый. С голоду никто не умирает здесь, в принципе. Очень свободная, классная страна. Люблю Америку. Как ты вообще принял решение переехать в США? Купил просто билет как турист, приехал и влюбился в эту страну. И остался. Чем сейчас занимаешься в США? А я работаю в косметологии. Я косметолог. Ботокс, филлеры, корю, уколы разные. Это прибыльная профессия на Манхэттене, в Нью-Йорке? Да, прибыльно. Все хотят быть красивыми. Скажи, сколько нужно зарабатывать в Нью-Йорке, чтобы комфортно жить? Чтобы комфортно жить, ну, в месяц 6-7 тысяч надо иметь.